Всем привет! В той стороне Наугорское шоссе. Я нахожусь на улице Кольцевой. Видите, улица Кольцевая. Выехал я на эту улицу Кольцевую. Вот оттуда, слева, дачной дорожкой. Обратите внимание, надпись: улица Полесская. Перекресток Кольцевой и Полесская, вот он. Если вот туда пойти, как раз и попадем мы на улицу Полесская. И, знаете, прямо-прямо и к площади Ленина. Ну, там к Атоллу, там остановка, перекресток Октябрьской и Полесской. Потом Горького и Брестской, Полесской, и налево площадь Ленина. В общем, еду по улице Полесской, как ни странно. Она идет прям до Некрасовки почти. Сегодня 4 июля 2024 года. И хочу прокатиться за городом. Приглашаю вас с собой. Такая будет экспедиция по Западным прудам. Ну, условно, западным, я точно не знаю, как там. Северо-западным. В общем, на запад еду от Орла в сторону Некрасовки. Буду снимать сценами, потом их смонтирую в фильм. Принял теплую ванну с утра. В жаркий день хорошо принять теплую ванну именно, не холодную, не горячую. Вот Полесская 81. Запасся водой, средствами защиты разнообразными. И еду себе в дальнюю экспедицию. Надеюсь снять много хороших роликов. Так что буду их постепенно выкладывать. И этот ролик первый. Так, перекресточек. Вернее, не перекресточек, а что это? Да тихо, ты уже забыл. Давайте попробуем на эту дорожку свернуть. Прямо будет Наугорское шоссе, конечно же. В принципе, тут как по клетке, они параллельны. Либо это Полесская, либо там улица Цветочная. Ну, давайте по Цветочной проедем. Потому что Полесская идет еще дальше туда. По-моему, я сейчас выйду на улицу Интернатную. И далее сверну влево на Некрасовку. Улица Зеленая, улица Строителей. Тут много хороших домов построено. Вижу переулок Цветочный. Вот он. Что-то надо было влево взять. Я куда-то забурился. Вниз вот дорога идет. Но ничего, тут я еще не был все равно. Какой-то овраг прям. Да, приехал я, короче. Или нет? Овраг, овраг. Я думаю, это знаете, какой овраг? Это овраг, который на Некрасовке. Улица Цветочная. Ну что, разворачиваюсь, возвращаюсь немного. Хорошо на велике кататься. Немножко заблудился. Ну что ж, бывает. На то она и, так сказать, экспедиция, чтобы немножко поблуждать. Надо было левее брать. Так. Да. Нельзя пренебрегать навигатором. То получается блуждание. Вот улица Кольцевая, куда я зря свернул. А вот улица Полесская, откуда я приехал. Вот помоечка это. Так. Кольцевая, Полесская. А, это уже интернатная. Улица Интернатная. Ну,
короче, все, полезка тут кончилась, так понял. Еду я по интернатной, сейчас приеду в Некрасовку. Вот есть у меня навигатор, но поленился включать. Как в клипе в этом на Ютубе. Зачем ты это сделал? Молодой! Энергии много. Шучу, не такой уж я и молодой. Но, тем не менее, Некрасовка у нас впереди. Не такая уж редкость Сумах или Нерогий на Орловщине. Так, ну, в общем, что, приехали. Вот остановка Некрасовка, стоит маршрутка. Прямо школа-интернат, налево там, ну, как сказать, можно попасть на улицу Монастырскую. Я снимал в том году магазин Наташа. В том году я снимал, как я гулял по Некрасовке, и туда, и пруды, и вот туда потом свернул, и попал на Монастырскую, на Заречку. Кому интересно, видите, Дмитрий из Орла, Некрасовка. Посмотрите этот ролик. Вот. Ой-ой-ой, сейчас меня тряхнет. Хорошо. Вот, а я сейчас в ту сторону, там пруды, и там сниму следующее видео. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. Если понравился ролик, ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Вот там ход, по-моему, есть. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона. 8-920-889-20. Мегафон. На услуги связи, звонки, смс, интернет. Так. Во-во-во-во. Вот я сейчас туда, и там будет два пруда. Я сниму следующее видео с прудов с этих некрасовских.